Первый раунд. Окончен первый раунд. В красном углу ринга Филатов Александр, Планета Фитнес Измайлова. Возраст 34, вес 72 килограмма. Тренер Малинин Анатолий. В синем углу ринга Галюс Денис, БК Академия Бокса. Возраст 42 года, вес 68 килограммов. Тренер Погорелов Александр. Второй раунд. Окончен второй раунд. Yeah, yeah, yeah.
Окончен третий раунд. И в этом бою зафиксирована боевая ничья. Аплодисменты, ничья. Филатов Александр, Планета Фитнес. И Галюс Денис, Академия бокса. Ничья!